По инициативе президента Шавката Мирзиёева каждый четверг в Узбекистане объявлен днем предотвращения и профилактики преступности. В связи с этим во всех подразделениях Алма-Алыкского горно-металлургического комбината систематически проводятся мероприятия, направленные на профилактику различных правонарушений с участием представителей органов правопорядка, в том числе специалистов Управления оперативно-розыскного сотрудничества Первого управления при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан. Так, очередные профилактические мероприятия прошли в трудовых коллективах АГМК 2 февраля на Центральном ремонтно-механическом заводе и 8 февраля в коллективе рудоуправления «Калмыкыр». В ходе встреч работников подразделения комбината с представителями органов правопорядка обсуждаются вопросы профилактики правонарушений различного характера, в том числе краж государственного имущества. Проводится анализ совершенных правонарушений, пути устранения причин к ним приведшим, меры борьбы со злоупотреблением власти должностными полномочиями, знакомят участников встреч с отчетом о коррупционных правонарушениях и поощрении лиц, заявивших об этих правонарушениях. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают работников АГМК об участившихся случаях мошенничества, связанных с вымогательством денежных средств, в том числе с помощью интернет-ресурсов и мобильной связи. Ведутся разговоры и о пагубном влиянии экстремистских религиозных организаций. Кроме того, обсуждаются темы соблюдения требований трудовой дисциплины и строгого выполнения правил охраны труда и техники безопасности. В ходе бесед подчеркивается, что незнание закона не освобождает граждан от ответственности. Важно повышать уровень правовой грамотности, быть непримиримым к любым проявлениям нарушения законности.